Красивая женщина – это профессия. Если она до сих пор не устроена, ее осуждают. И каждая версия имеет своих безусловных сторонников. И с самого детства, вскормленной не баснями, остаться одной, а значит бессильной, намного страшнее, намного опаснее, чем если бы она не считалась красивой. Пусть вдоволь листают романы прошедшие, пусть бредят дурнушки заезжими принцами, а в редкой профессии сказочной женщины есть навыки, тайны и строгие принципы. Идет она тихо по улице, трепетно сидит, как на троне, с друзьями заклятыми. Приходится жить ежедневно расстрелянной намеками, слухами, вздохами, взглядами. Подругам она улыбается весело, подруге ответит и тут же обидится. Красивая женщина – это профессия. А все остальное...